Итак, друзья, главное одеть кепку и взять очки, и к тому же жилет. Это, а ласт ты надел? Ласты нет, надеюсь, все-таки мне не придется. Самая большая проблема на реке, такая как у нас, то есть вы видите, это река Пузан, это очень известная исторически река, по ней когда-то шли челны Степана Разина. И здесь подтопили к нему? Нет, не здесь. Может быть, где-то недалеко. Вот, но эта река всегда была очень рыбной в Астраханском крае, всегда. И, например, откуда наше название синеморцы? Можно сказать, что это вот какой-то там, игра слов. На самом деле синеморцы – это сленговое название вот этих мест в 17 веке. В народе называли синеморцо, а так оно называлось – синее морцо. А в сленге выражение одним словом – синеморцо. В общем-то, это предложение было моего брата Львова Сергея Германовича, он ведущий краевед Астраханской области, и вот он именно решил, предложил такой вариант, мне очень понравилось. Историческое название. Да. И синеморские рыбные промыслы, очень известные, были подарены, по-моему, в 1792 году Екатериной, в 1792 году Екатериной Великой купцу Безбородько, который сюда так и ни разу не приехал. Вот. И потом он сдавал их в аренду, а потом кому-то продал. По-моему, сапожником астраханского, очень известным промышленником. Вот такая история. И синеморцы соответствуют названию историческое. Раньше, конечно, здесь было побольше воды. Но вообще вся эта местность, весь этот район состоит из островов. Острова, острова и очень много рек. Сейчас вот половодье, большая вода, и поэтому вот видно, как много воды может быть. Когда половодье сходит, воды, конечно, меньше, но река очень могучая. Это судоходная, в принципе, одна из ключевых рек, которые создают большую пойму Астраханского заповедника. То есть это вот такая, заповедник здесь абсолютно совсем рядом, буквально, по-моему, 20 километров. Ну как у вас впечатление, Алексей? Круто, ребята, большая вода — это круто. То есть мне, человеку, живущему на малой реке, вот такие вещи вообще необычные и очень интересные. Не хотелось бы задержаться здесь поводу подольше. Ну мы 5 дней будем в Астрахани, под Астраханью, да. Подальше, да. Но можно круто, круто. Подойти ближе к плавам. Ага.
Вот здесь рыбки самые раздоля в этих кустиках. В кущерях. Здесь она и плавится. Сейчас как? Прыгнет в лодку. Ну эти местные люди, естественно, рыбку ловят. Светочки тут ставят. Конечно. Грех не поставить.